счастливый этап позади. В межрегиональном конкурсе «Мы в интернете» принимают участие более 300 проектов. Одной из самых активных номинаций является «Дом творчества», в которой более 70 участников из Республики Башкортостан, Татарстан и Оренбургской области. Наш сайт создавался в 2011 году по заказу государства для того, чтобы наши воспитанники, педагоги, родители были в курсе всех новостей Центра «Радость», всех проводимых мероприятий, а также те люди, которые хотят попасть или привести детей в наш центр, получали своевременную информацию о том, в каких группах ведется набор воспитанников. Мы являемся Домом творчества. И эта информация о том, какие виды творчества можно получать в интернете, то есть мы ее даем, мы занимаемся разными направлениями. Это вокал, хореография, изобразительное искусство, прикладное творчество. И информация обо всем об этом существует на нашем сайте, размещается, обновляется. Мы хотим привлечь новую аудиторию, воспитанников, родителей, показать всем, какой есть у нас сайт у нашего учреждения. Интернет-технологии мы используем для развития своей системы интернет-партнерства. Участие в различных конкурсах, да, в интернет-пространстве. Очень много сейчас конкурсов разного уровня, когда выкладываются материалы на YouTube и оцениваются международным сообществом, да, жюри, которое оценивает все это и получает лауреатские места, грамоты и так далее. Система интернет-партнерства – это связи с другими учреждениями по России и по ближнему зарубежью, которые поддерживаются через интернет-пространство, опять же, и через интернет-технологии. То есть общение, профессиональное взаимодействие, конкурсы наши, то есть и на нашей базе мы проводим, да, то есть вот у нас, например, школа оркестровой музыки проводит 2 раза в год фестиваль, конкурс «Брас Фиеста», то есть там и Казахстан, и, ну, то есть очень много стран принимает участие, и вся Россия. То есть тоже все это, естественно, через интернет. 21 марта началось онлайн-голосование за лучший интернет-проект года. Свои голоса за полюбившиеся проекты отдали уже более 1700 участников из 3 регионов России – Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. Поддержи любимого участника на сайте mvi.ufanet.ru.